Сегодня будем монтировать кухню с выставки. Она была полусобранная. На хорошей фурнитуре. Единственное, что надо будет подрезать модуля, фасады. Чуть-чуть не влазит. Поэтому займемся этим. Так, закончил монтаж кухни. Сварочная, мойка, подсветка. Сушка. Встроенная техника. Холодильник. Все подключено и работает. Все выдвижные системы Блюм. Все с доводчиками. Все работает плавно. Вот такая получилась кухня.